117-ю сходу после 116-й начинаем. Вот просто сразу, даже в штаб не ходили, друзья. Здесь много уничтожить надо. Да? Поэтому вообще не заморачиваемся. Вот тут надо скелеты, не прибегая ни к чему. Вот это я буду делать. А остальное все пошли. Уничтожать потом. Почему я хожу на месте? А, зелье я изнул. Опа. Может, перезайдем? Ну, мы не сможем вдвоем не юзать. Давай по очереди лучше. Тут сложно будет, серьезно. Чё ты с мечом ходишь? Вот это вопрос. Что, нельзя? Не, ну просто интересно. Ну, просто он зеленый и подходит. Костюмчик. Неопровержимый аргумент эффективности использования меча в данном уровне. Тогда давай. О, скелеты. О, еще скелеты. Карты я, правда, не менял, поэтому... Ребрец. Будет туковато, но... Не плюй, важно. Не вздумай. Ой, он все равно плюнул, но я выжил. Там не надо умирать? Там нельзя прибегать ни к чему. Понятно. Неистощимая сущность чумы. А я взял ее и истощил, представляешь? Монстр получает 120 очков брони и регенерацию. Это у нас проклятие стойкости. Мы же играем типа на сложном уровне. Да. Не типа, а на сложном. Как бы сильно проще было без этого проклятия. Я, ребят, кучку собрал и рассказал вообще, как надо себя вести со старшими. А у нас уже 160 плюс какой-то там уровень. И это старшие уровни. Ты чё бьёшь? Воздух? Ну, ты тоже частенько у меня воздух побиваешь. Это показывает всю качественность этой игры. Или, не знаю, сетевой игры. А я не помню, там можно было вообще умирать, нет? По-моему, можно. Можно, можно. У меня вот тут есть зелье зеленое в инвентаре. Вот, вот такое. Как Виктор пьет, я тоже себе. Кстати, сейчас, слушай, с меча было уничтожение. Ну так это совпадение. Ну нет. Удар у него. Вот этот вот. Понятно. А, мощный удар, хотел сказать. Понял, пойдем. Что-то все потерял. Флиант еще, сейчас, секунду. Хорошо бы здесь сейчас в овердрайве помогли, но нельзя. Так что приходится ложиться. О, тут семя. Я не выношу семена. Когда не использую ни зелья, ни овердрайва. Но я успею нагреться? Нет, не успею. Это надо было перезайти все-таки. Мы бы смогли оба не использовать. Все равно я сливаюсь. Круто ты продержался все это время, это правда круто. Ну да. Я семя вырубил. Самое главное, теперь можно ложиться. Уже. Да я говорю за себя. Сколько там тебе секунд? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы, кстати, сюда за овердрайвом приходили. Там овердрайв можно взять. Это лучшее, наверное, что можно было тут найти.
Так что можем идти дальше. Пошли. Так, а что там еще? Чемпионы? Чемпионов не было еще. Надоел меч? Да. Я так и понял. Притих, там клацаешь. Нет, карта, нам не его поставить и сделаю часть с мечом. Хорошо. Должно же быть разнообразие какое-то. В этом DLC? Ну, такое да. Бывает? Ну, у меня будет в инвентаре. Я уже сказал одну фразу, что если уровни не меняются, то буду я меняться. Поэтому... Да, если задонатят хорошо, то я тоже поменяюсь. Я, наверное, даже дробовик возьму. Да, как говорится. А я почему хорошим человеком стал? А, вредным был, потому что у меня велосипеда не было. Да, а сейчас, когда у меня еще мотороллер угнали, так я вообще убивать всех начну. Ты, кстати, пропал. Алло. Да. Ты говорил что-то? Нет. Скелетики выполнились, видимо. Да, но чемпионы еще есть. Но лечиться уже можно. Да? Да. Я понятия не имею. Я провалился. Можно, можно, можно. Музыки Загоравской не хватает тоже из замка. Вот, да, кстати. Там. Так. Давай не туда пойдем, слушай. Там правильный проход. А здесь надо посмотреть, может, чемпионы будут в закуточке. Ну а если нет, то мы наверняка найдем там святилище здоровья, например. Да, и, например, вот враги сзади. Цени это. А то могли просто тебе тупик сделать и все. А тут люди постарались, проработали. Ну дайте ударить-то кого-нибудь. Ребрецов что-то много. А ну ты там один из. Да, я понял. Почувствовал, ощутил, впитал и умер. Нет, этот вариант с котиками сильно лучше. Почему? По урону, как минимум. Хотя у того урон больше. Он до конца у тебя раскачан? Нет. Но суть в том, что у него в свойствах написано, что он не пробивает или не пронзает, как-то так, короче. Поэтому иногда, когда ты издали стреляешь во врага, ты не поверишь. Что? Здесь. Исцеление в конце. Видишь, какая щедрая награда. Я чувствовал, что мы найдем что-то достойное. И вот. Достойно настоящих охотников, дошедших до 164 уровня. У тебя еще больше. Да. Уничтожить Маранох. Ну, смотря кто это будет, в принципе, я попробую его уничтожить. Так что, когда идем, не убивай. Ну все, как обычно, в общем. Ну, ой, как больно. Ой, я феникс делаю скоро. Мне выпал рецепт головня. Отлично. Поздравляю. Хорошо. Буду перекрашивать костюм, другое оружие сделать.
сделать Феникс, это головняк. Я сразу подумал об этой тупой шутке, но... Слышь? Ты не думай давай, а что-нибудь получше скажи. Ты за меня все сказал. Так. Где этот монорог? Мы уже подходим, наверное, надо поставить. Вот это что ли? Да, он тут. Вот он. Кто это? Ну его, мне кажется, даже фолиантом был уничтожен. Давай. Сейчас. Хотел. Это он тут, да. Это я ему одной атакой столько снес. Ну, не было уничтожения. Ну, не важно. Понимал. Мы с конца зайдем. Да. Ну, фолиант тоже он может уничтожать. Все, можно использовать овердрайвы. Ура. Давай пойдем в конец. Че с ними возиться-то? Ох, смотри. По-моему, такого перехода не было. Или был? По-моему, не было такого. Ну да. Ты ушел? Нет, я не могу. Я не могу. Выйдем монороху, надаем. Пойдем. Монороху надаем. В штаб надо, нет? Да, надо. Все карты, которые можно в фиолетовые сделать по понятным причинам. А? Идем? Да, в 36-й. Пока перейду, потому что мне дольше. Да, отлично, давай. Ты в 35-й, да, пошел? Ну все, я здесь. Захожу. Собаки все. Прочая мелочь. Ай, похилился опять. А, ну так, вообще. Так, ничего страшного. Не важно, да. Ну давай, ты делай. Да, да. Греюсь. Ну, он увернулся. Увернулся сейчас еще раз. Осторожно, не цепани его. Греюсь. Давай дальше. Там опять с уничтожениями будут. Ну, окей. Уничтожить чемпионы. Остальное все победить. Но и уровень здоровья. Ладно. Что сделаем, то сделаем. Ой, так, а к чему там можно прибегать? К святилищам нельзя. Все. Ребята, встаньте от меня. У меня уже все опустили. Два урон. Все огненные сущности устраивают тут мне армагеддоны. Урон нельзя пить.
Я раньше думал, что они, ну, огненные сущности, вверх взлетают, на тебя падают, когда у них мало жизни остается, а они это в любой момент делают. Ну да. И это мерзость. О! Я еще что-то провалил. Так я говорил же, что святилище нельзя использовать. Да, что-то или я прослушал, или пролагала. Да, черт с ним. Да, опять пролагала. Просто я тут, когда мы подходили, сказал, что X2 урон тоже нельзя пить. Так, уничтожить чемпиона и победить катящиеся сущности. Надеюсь, всё. Подписчики сделают когда-нибудь какую-нибудь программу чисто для летсплея, чтобы не лагало. Я сам сделаю быстрее. Скайп просто такой понос. Пум. По-моему, не было такой площади. Что-то новенькое. Так, черт, пойдем на выход. Чего это так вдруг решил? А? Чего это так вдруг решил? Ну так все равно все провалили. Там надо победить еще, а победить мы победим по пути. Если нет. Тогда победим не по пути. Логично. Даже не поспоришь. Так. Катящиеся сущности. Поспорить всегда можно, но... Мне сущности огня еще остались. Не до этого. Которых мы не победим, скорее всего. Я рецепт головня взял. Что-то меня раскатали. Ну, есть сущности. Дали тебе сущности? Да. А другие еще сущности огня. Хотя стоп, он кого спавнит? Малая сущность. Мне нужна большая. Все, уничтожить чемпиона, это все потом. Наплодили там мусора. Бесконечная паучиха. Так, ну вот я и у выхода. Опустошенный гневом, там его как-то надо сделать. Его надо с конца выходить однозначно делать. Наверное, сделаем сейчас его. В сущности огня я и сделал. Поздравляю, супер. У меня их не помню, были, не было. У тебя ты юзнул святилище. Ага.
крабокопатели чемпиона. Откуда вы понабирались на мою голову? Так. Давай в следующий. Пошли. Потом в штаб. О! Какой уровень? По-моему, не было такого. Сейчас. Так, докупаем. Блин, ну зачем ты заспойлерил? Ощущения уже не те. Совсем не те, да? Я больше так не буду. Так. Значит, идем в него. Что там надо сделать? Подожди, сейчас. Опустошенный гневом, удерживаю уровень здоровья. Ну давай тогда, заходи ты. Хотя сущности огня, давай зайдем вместе. Вначале сущности сделаем. Ты тут? Видимо, не тут. Так, как такой большой урон? Ну что это такое-то? Ужас какой-то. Матч сражается, но со связью отходит, видимо, что-то. Штекер. Сущности есть. Так, теперь опять в штаб. Пойдем опять в штаб. Сделай звук. А я пока быстро зайду, может, ачивку возьму. Да, дают ачивку спелеолог за 5 дней пребывания здесь. Так, ну а, ребят. Алло. Да, матч уже возвращается. Отлично. Сейчас. Все. Давай на 30. На 37. И сейчас надо. Не потеряв здоровье. 36 зашел. Ну, ТП-шься ко мне. Я поставлю даже амброзию и броню, чтобы не терять. Готов? Ну да, я к тебе ТП-шну сейчас, когда ты перейдешь. Ага. Понял, окей. Так, я захожу. ТП-шься. Моментально 150% эти сущности. Не снес себе? Все отлично, выполнено уже все. А, я походу на него и напрыгнул, на опустошенного гнева. Да, все, пойдем в штаб, не тратим время. Так, следующий уровень в следующей части. Разлом уже подходит к концу. Ну, в общем, его размере 50 уровней. Нам остается там 13 уровней. Будем делать, друзья, добьем обязательно.